А где ХАЕ? Прикольно. Так, ну они снаружи, походу, они внутрь не забежали. Ну, решало, в смысле. Тихо, не мешай мне. Да блин, у меня руки-крюки. Ну это какой-то вот сервер, и вроде 70 пинга, а ребята реально тэпаются. Так, путь охотника. Нет, я не убил его. Или это свитовец этого? Санитара. Сорок девятый уровень. Нормально. Блин, ну чё мне сегодня с АИМом-то? Не, а, чё с АИМом? Ну да. У меня же на 100 пристрелка стоит. А я стреляю типа на дистанцию такую маленькую. Ну, это понятно, но проблема не в этом. Проблема в том, что у меня на 100 стояла пристрелка. Я даже что-то забыл про это. Чат, снайпер Moments of Tarkov. Во. Это я. Просто опять не напомнил самые важные постулаты. Наноси урон, не получай сам, попадай, чтобы наносить урон. Ну, это факт. Максимальный крысичный снайпер на позиции.
По ощущениям, как будто чел снаружи у воды где-то ходит. I told you long ago, on the road, I got a new way to go, I'm a way to go. Блять, а ты кто такой? Стройся! Ох, распуярят нас! В стороны! Вот он! Валим в стороны! У чела случилась этот осечка. Молодец, хорош. Чач, а вы вот говорите, осечки говна, играть невозможно, а когда она тебе спасает жизнь? А? Что вы на это скажете? Эх, чач. Изи квест. Блин, все на иголках. А, нет, это БТ. Ладно, окей. ТВшка или М, наверное, лучше это.
поехали. А, так вот, да. Почему за дикого сейчас тоже выгодно? Смотри, если куча боссов в одной точке, туда приходят ЧВКшники. И там, типа, идет замес между ЧВКшниками, потом они убивают еще боссов. И в итоге лута будет столько, что... Ну, чаще всего лута столько, что кто-то свой лут раскидывает, и где-то чей-то лут еще... Ну, типа, что-то еще остается на локации. То есть лута сейчас там просто валом. Но в этом тоже, естественно, есть проблема. Типа, больше лута, больше диких. И все дикие туда сейчас бегут. Соответственно, если ты прибегаешь, как бы... Ну, если ты реально далеко респишься, то ты добегаешь, либо там уже... Кто-то шастает, либо там, ну, типа, уже все убежали. Поэтому, вот эта вот система сейчас со штрафами, она, ну, типа, слабо работает, ввиду того, что, типа, слишком хороший лут, чтобы что-то тут соблюдать.